Это три гусеница! Это горошек! Блин. Какая Лера нафиг гусеница? Мальчик, мальчик, мальчик! Ты как купаешься без купальника, мальчик? Кто тебя пустил? Куда мама смотрит? Мальчик, Боже, как стыдно! Что? Наверное, нужно сердечко. Все-таки J плюс N равно love, любовь. Но сердечко у меня игра не принимает. Потому что мои сердечки похожи на попу. Так, 7, 7 и, конечно же, 5. Ладно, 6. На радуге не хватает кого? Единорога. Ребята, сейчас папа будет рисовать. Всем внимание, не расходимся. Смотрите, рыбка молится. Рыбка задыхается, папа, ты чё? Потому что она летающая. Дорисуем ей крылышки. Как нарисуем? Надо, папа, это Стикмен. Папа, пожалуйста. Стикмен сидел, читал газету, друзья, и пытался смыть левой рукой. Это конец. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Новый уровень рисовалки ДОП 4. Всем привет! Привет, друзья, вы на Валеришка Плей! Поехали смотреть, что тут нового появилось. Так, это папа, ножницы. О, ну, я ж вообще брависсимо рисователь, конечно. О, патефон. Смотрите, не хватает пластинки, но не простой, а с глазами, носом и ртом. Вот такие. Папа, вот с какой ты планеты? Пластинка веселая. Я с планеты Юпитер. Так, друзья, о, лесопедик. О, сразу человека, быстро, конечно, не задумываясь. Он ехал, крутил педальки, держал руль и нечаянно выпал. Шутим. Блин. Знаете, почему выпал? Потому что цепи не было на велосипеде. Кто ж так катает? Мальчик, как стыдно. Что? Кто это? Так, молодой человек, вам срочно штору. Ему диджей нужен. I believe I can fly. Так, печеньки не хватает, печеньки. Отлично. И они впятером повеселели. Папа, давай так, мне 4, а тебе 1. Поровну, честно. По-любому. Я даже антенну успел дорисовать. Так, мальчик, а чё такой грустный ангелочек? Потому что, наверное, это... Нимб! Потому что, наверное, это уши. Заяц! Нет, кошка. Подожди, это Бэтмен. О, нимб, действительно. Лера была права, друзья. А я, как обычно, тупил. Так, J плюс N равно, пусть будет 5, вот так. JN. Мы руки отрывать не можем, поэтому рисуем, не отрывая. Поэтому так криво получается. Вы не подумайте, мы не то, что рисовать прям сильно не умеем. Так, друзья, наверное, нужно сердечко. Все-таки J плюс N равно love, любовь. Но сердечко у меня игра не принимает. Потому что мои сердечки похожи на попу. Вот почему игра не принимает. Так, ладно, шутим, может наверху. А че вообще, я не понял, я уже по-всякому нарисовал. Вы думаете, легко нарисовать сердце, не отрывая руки? Кто умеет рисовать сердце, не отрывая руки, ребята? Да. Вот такую. У меня какие-то сердца попообразные получаются. А, вообще большое надо было, ребята, подсказка нам подсказала. Вот это да! Папа. Так, господин рыбак, что у вас в руке? А ну быстро, дорисуем половину рыбы, потому что целую лень. Ого, принял, друзья. Пол рыбы подошло. Ой, панда, второго глаза. Не, подожди, ровного вот такого. Есть! Все, панда у нас двухглазый. Дракулу. Так, закрыть, быстро, жарит замуровать. Солнце. Нужно замуровать. Закрыть гробик, чтобы у него наступила ночь. Так, ребята, угу, мужчина. О, мужчина, что такой с вами? Судя по тому, что на голове сверху очень много места, будут рога. Нет, шутим, друзья, наверное, не рога, может быть, что? Может волосы, быть, шапка вот такая. Ушанка вот такая, зимняя, теплая, шерстяная. Нет, пусть будет плеер, вот такой, кривой. Так, ладно, что еще? Может, корона? Может, ему волос дорастить вообще? Да. Вот такие, шапка, может быть. Может, большую шапку? А, просто прическу, друзья. Так, мужчина, что ты потерял на цепочке? У меня тут яблочко висело вот такое с хвостиком. Ху-ху-ху, будильник. Вот это яблочко, блин. Гитара, друзья, нуждается в грифе. Отлично. И сыграли нашу любимую мелодию. Оу, это улик с пчелами. Отлично, нарисовали, подошло. 139-й левел уже. Так, 7, 7 и, конечно же, 5. Ладно, 6. Все, 7 подошло. 5, 6, 7, ля-ля-ля. Так, бензопиле не хватает. Бензопилы. Не хватает, наверное, лезвия самого, которое пилять, самих цепей. Да, подошло, зубчиков. О, опять алло, бабушка. Телефон не хочет звонить, он хочет спать. Так, ладно, шутим, нарисуем циферблат. Ребята, кто видел когда-нибудь такие телефоны дисковые? Кто еще застал их?
Это три гусеница! Фигурки. Это горошек! Блин. Какая Лера нафиг гусеница? Что ты это? Посмотри, нижний смешной был. Так, мальчик, ага. Мальчик прилег в снежок. А, ангелочек! Нет, мальчик не ангелочек. Мальчик катался на санках и упал в сугроб. Посмотрите, лежит, не встает. Мальчик, что с тобой случилось? Он говорит, я не знаю, нарисуйте мне снеговика. Так, ладно, друзья. Что же случилось с мальчиком? Может, его вообще закопать? Давай. Или что случилось? Может быть, ему штаны нарисовать? Закопаем мальчика и скажем, мальчик ушел в магазин надолго. Мальчик в капроновых колготках, тебе не холодно? Мальчик так холодно! И лужу нам сделал, вот такую. Так, друзья, ладно, запакуем мальчика в большой сугроб. Слушай, я не знаю, может, ему скакалку? Папа! Мальчику, что ему нужно? Штаны! Бабочку! Ангел он! Какой он ангел? Он бабочка. Ангел. Ангел, да? Ладно. Ангелу нужна арфа. Все правильно нам левел подсказывает. Да, рисовали. Так. А дьяволу нужно что? Сатана! Флажок, друзья, на котором написано «Это ад». Вход слева. Так, и две вот такие вот на глазки, чтобы не капали. И купальник, конечно быстро, же. Быстро, без вопросов. Так, и, наверное, тазик, чтобы ножки попарил. Они же там любят ноги парить у себя в аду. Так, рога. Что еще? Что-то, мне кажется, с палкой что-то не то. Может, трезубец ему такой. Да! О-о-о! Он пришел на барбекю сосисок пожарить. Мальчик, тебе сейчас в башню астероид прилетит в виде бейсбольного мяча. Вот тебе лопата, копай себе яму. Так, ребята, шутим. Не, вот тебе лопата, отбивай. Вот тебе топор, убейся. Так, нет, вот тебе бита, отбивай. Молодец! Круто! Сердце! Сердцу не хватает что? Сердце. Второго сердца. Так, понятно. Изи левел 148. Ой, фея, блин. Вот ой, это вот феечка. Это купальник. Вот это фея, ребята. Прям новая рубашку ей наденем. Вот такую классную с рукавами. Не, подожди, может ей это корону. Она же таки фея. Это называется мисс красоты. С заячьими ушами и ногами вот такими. Нет, ребята, что-то не то. Может быть ей скакалку, может ей вот такую. А может сверху скакалку. Папа, может, ну ты еще не догадался. Шляпу. Не, не, ребята, а что? Кто догадался? Я нет. Вы догадались? Ну, это очевидно, папа. Лазики. Папа тупит просто. Улыбочку. Она улыбается, смотри. Феечка веселая. А, веревочки, наверное. Ты наконец-то додумался? Воу, она стала, смотрите, какая стройная. А была такая пухля. Ты додумался? Да, луна. Так, 150-й левел. На радуге не хватает кого? Единорога. Ребята, сейчас папа будет рисовать. Всем внимание, не расходимся. Вот такой смотри. Это будет жесть. Это супер единорог. Посмотрите, он грустит, потому что не хватило запчастей ему на тело. Так. А, красной полосы не хватало. Всего-то навсего. Ой. И солнышко взошло. Сапогу не хватает. Что? Ноги, конечно же. Ладно, ребята. Сапогу всегда не хватает. Шпор. Все. Ребята, сапогу всегда не хватает чего? Сапогам, конечно. Это Дед Мороз, смотри, в свободное от работы время. Ей улыбается. Это король с короной, шутим. Да, правильно, игра приняла. Ой, крестик, это я знаю. Тут мне подсказывать не надо. Я ж все-таки, ребята, не совсем. Смотрите, рыбка молится. Рыбка задыхается, папа, ты че? Потому что она летающая. Дорисуем ей крылышки. Рыбка, лети. Она говорит, папа Валеришки, ты что, больной? Все, и аквариум тут же появился. Хо-хо-хо! Так, папа. Ребята, папа, сейчас папа, как нарисуем? Папа, это Стикмен. Папа, пожалуйста. Стикмен сидел, читал газету, друзья, и пытался смыть левой рукой. Это конец. Бачок, потому что он пытался нажать... Папа, и это предел твоих мечтаний? На несуществующий этот. Ему VR-очки не хватают, дедушки. Смотри, футбол вообще не показывает ничего. Потому что нужно попу включить в розетку. И этот пульт тоже. И, наконец-то, антенку починить. Слушай, а может, ему под креслом вот это? Да. А, точно, друзья! Я это под креслом штука появилась. Кресло-каталка. Я, да, а это лампочка, друзья, обычное накаливание. Желтенькая стала. Погнали дальше. Да ого. Ладно. Смотри, какая туфля. Сейчас я нарисую красивую женскую ножку. Папа, вот такую. Я! Не, ладно, каблук, шутим. У такой. Папы баба. Женские ножки лучше не учиться рисовать. Конечно. Ребята, женские ножки у меня не учитесь рисовать. Я вообще так их не умею. А котики скушали одну вермишельку. Бедная, голодная, она на двоих. Так, баскетбол. Это я помню. 161-й. Карандаш! У карандаша так. Не хватает на голове. Кого? Мальчика, улыбающегося с глазами вот такого. Ребята, папа, шутим, что наверху карандаша? Что? Конечно же. Что у тебя с фантазией? Ластик. Сегодня? С фантазией у меня все супер. Смотрите, водный пестик. Ему не хватает чего? А с мозгами не очень, видать. Большого пука выстрела. Не, бака вот такого с водой. Отлично, друзья. И погнали шпуляться.
боксер. Так, тут, наверное, груша вот такая. Большой мешок, не маленький. Есть! Ого, рука прилетела, Лера, видела? Вау! Она кричит, а! Меня скинули, а парашют не выдали. Ребята, что делать? Как помочь девушке? Нарисуем ей сверху палатку вот такую. Шутим. И парашют. Полетела. Футбольному полю не хватает игроков и центральной линии. Да. Злость. Правильно. Ой, дедушка, смотрите, в йо-йо игрался, а мячик на веревочке бросал. У-у-у, палочка, игра приняла, друзья. Ты третью пуговицу потерял, дружище. Может быть, тут потерял? Может, с той стороны? Может быть, папа, носик, папа, ротик, думаю, улыбочка. Лучше. Ногу, ногу, хорошо, ногу. Ребята, мы же веселимся. Поаплодировать. Так, короче, папа, надо папа, собаку папа. Провести к рыбе. Вот так. Это кот. Это кот, обманный маневр. Рыба пришла сама. А нет, кот пошел. Друзья, рыба потому что мертвая, поэтому не согласилась идти. Так, тут нужно рисовать девочка. Качелю. Опять качели? Нет, подожди. Унитаз, она плакала, что хотела в туалет, а тут у нее качеля исчезла. Представляете, такое... такое двойное невезение. Да, и батут ей нарисовать, чтобы она улетела над деревом, вообще там повисла. Хи-я! Качельку! Е-е-е! Ура! Вот это веселуха! Так, мальчик. Ты как купаешься без купальника, мальчик? Кто тебя пустил? Куда мама смотрит? На тебе скакалку. Так, ладно, маску и трубку. Срочно! Вот маску, трубку. Маску, говорю, трубку вот туда. Трубку. Маска-то есть. Трубку. Может, ноги надо, я не знаю. Я уже маску нарисовал. Может, ему вообще скафандр? Может, только трубку. Так я только трубку и рисовал уже ему. Может, в другую сторону? Папа, ты задумался уже? Нет. Трубку. А я как рисовал? Я ж так же и рисовал. Ты рисовал вот так. Тихо, Лера, смотри, какой единорог. Сейчас что-нибудь будет. Нарисуем ему оленя вот такого. Рог, подожди, вот такой, не, подожди, куда, вот сюда, наверное. Да, ребята, вот единороги у меня классно получаются, согласитесь. Ого, где-то часы потерял, дружище. Это Apple Watch. Он такой Watch. Смотрит на время, сколько времени? Apple Watch улыбался. Ту, на окне, а кто в окне? В окне кричит этот... Маша, выходи гулять. Маша, выходи, я еще уроки не сделала. Заходи ко мне во второе окно, вместе будем делать. Друзья, поддержите лайком этой серии. Смотрите все видео на наших каналах. Валеришка Максим, Play Games. И Family, yeah. Друзья, не пропускайте. Смотрите все наши 5 каналов. Мы вас очень любим. Стараемся для вас. Спасибо, что вы с нами. Всем пока-пока. Жмите на следующее видео. Ждем вас там. Пока.